плавание – отличный вид физической нагрузки. Иначе говоря, это отличный способ включить все группы мышц. Лично для себя я не представляю жизнь без фейерверка водных брызг. В обычном бассейне плавание от бортика к бортику в определенный момент начинает надоедать. Наконец-то плавание удалось разнообразить, и даже не пришлось запускать русалок в воду. Теперь можно почувствовать себя абсолютно свободным, будто плывешь на открытой воде посреди океана. И, о чудо, мне не мешают плывущие навстречу люди. Впервые, благодаря плавательной системе Endless Pools, выражение «плыть и топтаться на одном месте» обретает совсем другое значение. Я могу сосредоточиться только на себе, на своих мыслях, на технике, и при этом получать удовольствие от скорости. Совершенно неважно, мастер спорта вы или спортмастерский обходил вас стороной. Система Endless Pools доступна для всех уровней подготовки. Все зависит от ваших целей. Регулируемый поток воды позволяет как нагрузить организм, так и разгрузить с помощью легкой кардиотренировки. Ну что мы все о плавании? Ходить по воде не обещаю, а вот бег в воде – это пожалуйста. Вы сжигаете столько же калорий, сколько и при обычном беге. Но при этом водная беговая дорожка идеально подходит для тех, у кого есть травмы, или для тех, кто бережет свои суставы. В одно мгновение водная беговая дорожка превращается в спа-салон. Каждый уголок имеет уникальную конфигурацию струй для релаксации всего тела. А гидромассаж – это самое приятное и действенное восстановление после тренировки. Система Endless Pools – это по мне.